Привет. Вы академическая группа? И дайте угадаю, вы не очень сплоченная группа. Но не переживайте. Я расскажу, как стать самой дружной группой на потоке. Во-первых, узнайте друг друга получше. Еще лучше. Еще лучше. Так-то лучше. Проведите с вашей группой тренинг на доверие. На посвящение пройдите все испытания, которые приготовили вам старшекурсники. Накормите всю группу своими талончиками на питание. Отметьте своих одногруппников на лекции. Прогуляйте контрольную работу в кафе. Оставьте расплачиваться за всех одного человека. Спишите домашку самой умной одногруппницы. Рассчитайте с высокой точностью дату проведения своего дня группы. Ну или просто сложите все дни рождения. Выберите место проведения дня группы. Нет, лучше не у тебя на даче. Поручите закупаться неопытному человеку. Найдите съемный коттедж. Сломайте стеклянный стол. Подожгите коттедж, чтобы замести улики. Убегите от ответственности в леса. Создайте свою общину. Выберите свое тотемное животное. Создайте свой календарь и предреките конец света. Займитесь поиском еды. Но не валите своих одногруппников. Для этого есть Вячеслав Тимофеевич Дубровин. На крайний случай воруйте у соседних племен. Замутите кто-нибудь с кем-нибудь. Проведите свой фестиваль первокурсника. Сделайте паузу для фоточек со синей листвой. Ну что, вы стали сплоченной группой? Да! Ничего подобного. Сплоченной группой вы станете только после зимней сессии. А что вы думали? Ну-ка, бегом перечитывать лекции. В леса они убежали. Только трудолюбие вас приведет к результату. Вот я в свое время вообще ни разу в деканат не заходил. Может, конечно, нет. Всем привет! Мы дуэт «Громкие рыбы». Мы снимаем смешные видео. Хо-хо-хо-хо! Лайка здесь, репости здесь, чуть-чуть здесь, а? Так делать не надо. Можете не репостить, можете не лайкать. Расскажите о нас. Причем расскажите не просто маме, там, друзьям, знакомым. Кнопка есть. Рассказать друзьям. Да, и она делается за вас. То есть вам как бы не надо говорить слов. Вам не нужно говорить, просто нажимать на кнопку. Как Стивен Матио Хокинг. Так тоже не надо делать.